Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Бомбоубежище идут, бегут он с пакетами, потому что другого выхода нема. В квартире оставаться, но небезопасно. Пацаны работают, разминируют. Ну, знаешь, оно раз на раз не приходит, а везде снег. Это сейчас вот подтаяло. Вот лишь павильон. Пытались спасти. Делали это много. А
операция была очень сложная. Там и почки, и легкие, и лёг. Но сознание даже не пришло. Потеряла. Мама приехала, и дает кровь. Она уже ничего не справилась. Кстати, я чудо осталась. Жива, я не знаю, как это. Она была с ними в колясочке. Колясочку всю разжимала кусочки. Она плачет. И ручка тебе пальца. И это пальчики все висят. Пока что не вижу. Я попала сюда вместе с зятем, вместе с старшей дочкой и мужем. Зятя стояли на остановке, как шарахнул. Одно хочу сказать, надо молиться только Богу. Только молиться, и вот это все наше спасение. За наши грехи мы вот это получаем. Потому что мы откоснулись от Бога, повернулись задом до Бога. И поэтому мы это, я так понимаю, а как кто другой как понимает, я не приехала специально, чтобы снять и показать всему миру, что здесь творится. Потому что там никто не знает и не верит, что у нас такое творится. Покажи. Мы ж, поймите, те, кто приезжает и кого мы приводим, они показывают все. Мы покажем. Понимаете? Верьте нам, конечно. Сколько времени вы живете здесь? 7 месяцев. И трусятся. Сегодня грады пошли, он всех зателепало. Это те, вот, которые с лета, они же тут же и находятся, семьи. И теперь же уже и не выедешь. Поуезжали, поприезжали опять, а куда? Эти маленькие дети все лето солнце не видят. Потому что солнца нет. Это что, вот сегодня? Дети сидят, там, это что, террористы? Вот террористы. Что это за страна, которая свои же своих убивает? Детей, стариков и прочих. И что как... это за страна? И какой ты президент, когда ты делишь детей? Дети все одинаковые. Причем дети? Дети не виноваты ни в чем. А он говорит, а наши дети будут учиться, а ваши будут по подвалам сидят. Если бы это пришел враг откуда-то сюда, а то брат на брата пошел. Семьи поразделялись. Бандежки войну такую устроили, так
эти времена, дети гибнут. Сепаратисты, где тут сепаратисты? Попробуйте остановить теперь это все. Ой, бабушка задыхается каждую ночь. Ей надо в больницу, она в больницу попасть не может. А то у вас так целый этот самый мир за вас стал, когда вас убили 12 человек. А когда у вас тысячи гибнут, никто ничего не говорит. В подвале не больше с макеем тут убил. Они разве за людей нас считают? Я жительница поселка Коммунар. Проживаю здесь уже 44 года. 16 августа к нам зашли украинские войска. Они здесь себя вели очень отвратительно. Мы жили 36 дней в подвале, без воды, без света. В бочках возили воду сюда. Такую уж ее пить невозможно. Да, понапиваются люди, травятся на бочке и вообще в каком-то были. И заговорили с этой воды. У нас возле подъезда стояла печечка такая с камешков устроена. Они проходят либо утром, либо в обед. А, еще говорят, сепаратисты, что вы хотите? Раз, печку сапогом врезал, сбил и все. Заходили в подвалы, где люди сидели, мирные жители с маленькими детьми. Угрожали, зайдут, напьются и говорят, что кинуть сепаратисты вам гранату, чтобы вы тут повзлетали. Тоже женщину... Встань, ляж, ложили на пол под автоматом, вставай, ложись, да, издевались над людьми, как могли. Там у нас жили на первом этаже, как бы, сожители. Они все, ну, как бы, людей за водку продавали людей. У нас из-за них погиб мальчик, Коломицев Никита. Он стоял на, ну, как бы, был в ДНРе, да, на блокпосту этот мальчик, потом он вернулся домой, и они его за водку продали. Украинской гвардии, что он типа он стоял там и там, и напились и говорят, а ты, Никита, расскажешь, где ты стоял, что? И этого мальчика забрали здесь в клубе, издевались, били, отрезали ему уши и выкинули его в шурф шахты номер 22 на телефон. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так вот мы. Сколько находили вот на шахте на 22 беременную 80. Женщину с отрезанной головой. И так сколько находили людей. Руки связаны, рот скотчем заклеен. Это ж вообще это садисты. Кто без ушей? Все понятно, но при чем здесь мирные жители? Зачем над людьми издеваться? Если кто-то не может где-то что-то поделить, при чем здесь? Шахтерский поселок, люди работали в шахтах. Все это самое семейное, все это. Ну, вот как-то так вот получилось, что люди... Как ненужный элемент оказались мы здесь, рабочие. Людей понаходили без голов, без ушей, очень много людей. И много таких дел было? Ну, в данном районе 4 тела. Но это дело в том, что наши ребята, местные жители, что характерно, люди расстреляны с расстояния 50 метров, руки связаны за спиной. Вот здесь в первом могильнике двое ребят местных. Вот здесь в этом могильнике обнаружено две женщины, одна беременная и мужчина. Также саморасстрелянные,
расстояния 50 метров. Андрей, я бывший служивец Збройних сил України. Призывался в 2013 году, ну, когда еще было, не было военных действий, и служил в городе Одессе во внутренних войсках. Расскажите, пожалуйста, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года? Был сожжен дом профсоюза вместе с людьми, которые находились внутри, которые загнали вовнутрь. Рядом находился лагерь как бы русскоязычных, тех, кто протестовал против запрета русского языка. Просто украинские националисты автобусами приехали разогнать русских активистов. И все, кто там были, даже женщины, кто хотел спрятаться, просто бежали как бы в дом для защиты. Никто не ожидал, что вот так просто возьмут и подпалят. Пытаясь спастись от угарного, чтобы не гореть, люди выпрыгивали. Их просто так растаскивали, били, избивали, в принципе, уносили. Смотря кто бывал, такие, может, даже помогали. В основном люди в масках избивали до смерти. Кто эти люди в масках? Наверное, правый сектор. Почему Национальная гвардия не помешала правому сектору? Простой солдат выполнял всего лишь приказы, но нам приказ никто не дал. Сказали просто стоять между и все. И почему они это все делали? Хотели как бы истребить, мне кажется, русское население. Потому что им не понравилось, что русские активисты там вышли на какой-то... И сколько погибших было здесь? Около 50 человек. Арестовали ли виновных в этом происшествии? Поступали какие-то приказы из Киева, выше их отпускали просто. Ни в чем не виноватых. Так вот все это, в принципе, происходило. Потому что я как всю жизнь прожил здесь, в Донецке, в Донецкой области, мой родной край, и когда начали посылать, на родную землю, я не мог просто пойти убивать своих братьев, сестер, родных, близких. Мне как Донецкий край родной по духу, я сам отсюда. Я решился на такой отчаянный шаг, что я лучше погибну здесь среди своих близких, чем буду там отсиживаться где-то или стрелять в своих же. Мне не смог просто так. И поэтому я сбежал с украинских военных.
как-то прямо и хотели останавливаться. Жизнь. А это мы вот живем 8 лет. Ой, 8, извините, 8 месяцев. Уже мозги вместо кисель. Вот. И родственники, если бы разъезжали, все это самое. А мы остались. Где-то, говорят, вот кричат, что надо уехать. А с чем уехать? Где-то ехать нужны деньги. Мне 65 лет. Где я нужна? Работы нигде нет. Вот. И с таким здоровьем, с таким возрастом, так же, как и молодежь. Вот. И они говорят, вот в России мы гнобит нас, вот это, предоставьте работу здесь людям, на Украине. Вы же уничтожили все, вы же все шахты, заводы, вы же все позакрывали. Ничего же нет. Где людям работать? Вот и вынуждены люди ехать туда, где им предоставляют работу. Ищут, не зря говорят, рыба где глубже, человек где лучше. Сто пятьдесят человек в этом помещении мы сначала находились. А это Лиза, это кошка заводская. Она здесь живет. Это наша кошка. Мы здесь с ней 8 месяцев. А дети, я говорю, что как начали бомбить 25 июля, я говорю, что мы еле детей вывезли отсюда. Под бомбежками и все. И скитаются сейчас. Ну, как внучка говорит, бабушка, если бы не война, говорит, я бы не побывала ни в Белоруссии, ни в России. Вот. Говорю, лучше бы не было этой войны, лучше бы ты так проехала и в Белоруссию, и в Россию, чем сейчас вот это так. Ну, не знаю, меня просто вот это общество европейское поражает. Как это так? Вы ж видите, что идет. Братоубийственная война, гражданская война. Неужели нельзя повлиять на них? Неужели нельзя принять меры к нашему правительству? Что мы тоже украинский народ? Хотя мы родились в Советском Союзе. Да, я не против того, что я родилась в Советском Союзе. Но мы жили, не существовали так, как вот мы сейчас существуем. Было чем вот это существование? Действительно, он сказал, что бомжи в них живут лучше, чем мы. У меня есть квартира, есть где спать, есть где сесть за стол. То я там не могу находиться, потому что я не знаю, в какой момент они начнут бомбить. Главный врач города Первомайска. Значит, мы видим практически ежедневно, как страдает население не только от тех обстрелов и получая осколчатые ранения, но всплеск. Идет психотравма населения. Вот, рост психических заболеваний. Инфаркты. Практически ежедневно приводятся люди с инсультами. Тяжелейшие. Обстреливают не только жилые массивы, но кощунство, когда стреляют по больнице. Как вы можете расценить, почему бьют по лечебным учреждениям?
И кто может вот оценить вот это вот, сказать, что кто, когда французы приехали сюда, врачи без границ, и врач скорой помощи, после того, как мы показали вот эти все разваленные врачам без границ, в частности Франция, были итальянцы, поляки, и задали вопрос, возможно ли в 21 веке там это, вот эти вот такое, что происходит у нас сейчас в городе Шахтерском, Первомайске, то этот доктор крикнул, но, это нонсенс. И возможно ли происходить такое во Франции? Он кричал здесь, сидел за столом, что но, нет, такого не может быть в Европе, что происходит сейчас в Шахтерском городе. Вот. Таких жилых домов здесь очень много. Но если мы обратим внимание на позиции ополченцев, на комендатуру, на те точки, где находится ополчение, все здания, все позиции целы. Неужели украинская армия не знает, где находится их, ну скажем так, враг? Где находятся позиции людей, обороняющих этот город? Прекрасно знают. Но заметьте, стреляют по домам, попадают в жилые дома, попадают в инфраструктуру, детские сады, школы, больницы. Для чего стреляют именно по мирным жителям? Обед, с первое, второе, и взрослые, и для детей. Детям раздаем, когда приходит помощь гуманитарная, раздаем сладости. На праздники раздавали, на Рождество, на Николая Угодника, 15 декабря праздник был. Также давали детям подарки, давали концерты в эти дни. Такая духовная жизнь на приходе, она не остановилась. Жизнь так. Служба совершается, мы молимся. Погребения тоже. Кто остался в городе, если есть случай, когда люди умирают, приглашают на это. Кого на улице, кого на кладбище, кого дом, в квартире, в доме, куда. Отпевание происходит. Конечно, вчера было. Похорон заказали, но с тем, что стреляли, бомбили, отказали людям. Похоронили, а потом приходят семьи, печатки, просто приносят церковь и все. Конечно, самое первое, это чтобы Бог мир послал, чтобы прекратились эти заодно. Это самое главное, что люди просят. Может, не закончилось. Можно отбивать. Может, закончилось. Позавчера и вчера дали, а до этого дней 10 не было. Потому что насос был сломан.
На Рублевке тоже не было, даже хоть там одевают. А там идем помогать. Там идет вода, когда насос нормальный. Там кормят, идем помогать, не успевают. С 8 утра и людей начинаем кормить с 12 до 2. Люди едут. Первое мы готовим, второе. И чай горячий. И сколько за раз вы принимаете человек? От 320 до 400. 370 у нас тут было вот позавчера, вчера. И какие категории граждан обедают здесь? В основном пожилые люди все. Бабушки, дедушки. А школьники? Детей мало очень. Кто, если только с собой детей приводят? Все бомбоубежища, да, скорее подвалов, всего. Подвалов, да. И сколько у вас здесь работников? Четыре на кухне и 6 человек. И все вы, получается, волонтеры? Да. Добровольцы. Открывай дверь! Мы жили до войны, ну как сказать, ничего хорошего тоже нам не было. Все мы ждали, чтобы был хороший президент, чтобы нам жизнь лучше сделали. Ну ждали, чтобы лучше и лучше было, а лучшего так и не было, только хуже и хуже, и дождались войны. Ну а теперь война, это вы сами понимаете, что такое. Ну конечно, сейчас мы уже хоть, как говорится, вздохнем с облегчением, что прекратились вот эти бои. Но надолго или нет, не знаю. Мы даже это не думали никогда. Никогда не думали. Я даже всегда, вот сколько как была, вот праздник День Победы, когда приходит это, я так все всегда думала, ой, думаю, как хорошо, мы живем столько лет без войны. И раньше всегда была война, и война, часто были войны. А мы сколько лет уже прожили без войны. И я думаю, Господи, я ее не видела на сайте войны. И хотя бы прожить всю жизнь без войны и умереть без войны. А вот видите, в старости и прошло тебе видеть эту войну. Где-то какой-то звук услышишь? Ветром колотил какую-то железячку, крышу соседа там телепается. Уже думаю, что, наверное, это же взрывы будут. Уже не время расстреляют. Опасение вот такое не выходит из души. Все страхи так и стоят. Thank you.
Плохо мне. Детям вот, соседям подъезде детям. Конечно, конечно, давайте, я отдам. Были макароны, все, как там в городе люди посмотрели, порасовали. Вот, видите, в городе они там чаще. Сколько ж здесь там длилось? Да, выходи, 19 января по 18 февраля. День у день, утром днем вечером. А так, Тань, а у тебя что там? Окна тоже. Ну я тоже окна полностью. Но мне надо, и сейчас надо менять окна полностью. В чем мы виноваты? В чем? Отрабатывали по 40 лет стажу эти на шахту. Муж умер, тоже 37 лет работал. И что мы виноваты? Ну что мы виноваты на сегодняшний день? Пенсию сейчас не выплачивают. Не выплачивают пенсию. Не нам, мы уже попроживали уже всякое время. На внуке, правнуке. У меня правнучка 2 месяца. И он не работает, она не работает. Я говорю, что же не получают? Ну, получают они на детей, там вот это, детское там, питание, конкурсы, то все. А так надо ж кушать. Страдаем. Стояли пацаны, ну, такое ощущение, ну, во-первых, стояли с берданками, с дедовым, с дед, ну, автомат был один, по-моему, на весь блокпост. Да, ополчение было. Да, ополчение. Ну, фактически здесь боевые действия были 7 месяцев, 24 июня и вот до нынешнего времени. Тут применялось огромное количество техники, больших калибров, артиллерии, особенно грады, вот эти тайфуны, в общем, вся вот эта вот техника массового уничтожения. Сам город Дебальцево пострадал. Тут нет дома, который бы не пострадал от боевых действий. Вот. Я вот живу рядышком, это подстрелилось предприятие, ну и досталось и мне. Очень хорошо досталось нашему двору здесь. Железная дорога, вот это вот, это пассажирская, самая большая сортировочная станция на дальше. А вот это вот пассажирская, это вот, тут все разрушено. Видите, тут, если восстанавливать, это не менее 2-3 лет. Ну, если все вернуть в такое состояние, как оно было, ну, вот это большой, сильно большой урон. Ну, людей в городе Дебальцево осталось, наверное, 5-я или 6-я часть. Много выехало, много погибло людей, потому что обстреливали. Будем выживать, как говорится, постараемся выжить, и чтобы будущее поколение не знало, что такое война. Тем более братоубийственное. Украинцы украинцев, русские русских, это немыслимо. Это самое страшное, когда брат идет на брата.
уже научились, как говорится, за это время определять, кто стреляет, чем стреляет и где будет взрываться. Ну, это ж, вы, град, это ж, надеюсь, понимаете, что это за система градов такого массового огня. Вот это вот, вон, градина, там. В общем, сыпалась, как из рога изобилия. А я вот это, как говорится, как память о войне. Вот. В цветах. Мы их собираем. Потом выношу их туда вот, доходим. Выносим ямы, которые это воронки, это засыпаем. Там град ударил, так мы туда в ямку выносим. Вот это, так вот обратно, вот так. Ну, конечно, то, что не взорвалось, то, что целое, мы приглашали саперов, они все это дело уничтожали. Ну, и вы слышите, это сейчас такие взрывы, это идет уничтожение таких боеприпасов. Такого добра вот так у нас. Спасибо, спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. В мае месяце начали стрелять, когда аэропорт брали.
школу. Вон видно над входом оград. Дальше над спортзалом оград. Не было ни газа, не было ни воды, ни света. По 3-4 месяца ничего не было. Подстанция разбита была. И до этого не было. Рынок разбитый, магазинов не было. Чтобы что-то купить, надо выезжать в город, на ЖД вокзал. Люди вот пятиэтажка, один человек только живет, которому уехать некуда, все, больше нет. Зимой отопления не было, воды нет до сих пор там. И не прекращают, перемирие наступило 15 февраля. За все это время только 2 дня не стреляли. Все железки, что осталось от дивана, от кровати, холодильника, вон плита. Нагреватель, все. Вот, мойка. Ну, я не знаю, от дивана. Ну, вон, видите. Так это то, что посуда осталась. Все. Когда было католическое Рождество, они праздновали Рождество свое. Да, и стреляли и... зажигалками, ракетами, фосфорными. Тут все небо сверкало. Вот, и вот ты попала, результат. Прямое попадание, у нас все сгорело. Вот здесь вещи мои лежат. Вот, вещи. Мы вот, сейчас вам покажем то, диваны, что мы выгребли. Холодильники, вот так. Нам жить негде, мы надеемся, что еще что-то будет, восстановление этого дома. Поэтому мы пришли, вот, выгружаем здесь грязь всю, сказали, пока окон нет, у людей есть стекол. Фактически это нам предложили всего лишь общежитие. Хотя нам с декабря месяца мы бегаем, мы не знаем, что. Нас трое. Вот я, вот муж, и у меня внук. У меня умерла дочка, похоронена тоже здесь на кладбище, на которое я не могу пройти. Вот, и значит, вот так. А внук у меня, я опекунство. И вот красавец аэропорт. Там вот сидел снайпер осенью, и он со мной игрался. Уже листва опала, и у меня вот стекло было, но сейчас стекла вообще нет. Все вот в таких дырках. Я не могла зайти на кухню. Свет мы вообще не включали, когда они залезли вот сюда в этом. Это слов нет. И мы, знаете, я на корточках, чтобы плиту еще свет был тогда, чтобы включить, подогреть что-то. Мы считаем, попсом даже. Вот, идите, гляньте, аэропорт, красавец. Ну, сейчас я думаю, что хоть бы наладился мир, я не знаю. Так хочется мира. Погиб он 14 февраля, ну это как бы день влюбленных, да, день Валентина. Ну я думаю, что он вообще был ребенок необычный, и даже день смерти тоже необычный. То есть все девчонки, ребята, мы, это день, который отмечается, никогда не забудется. Было ему 18 лет. Назвали Юрием, потому что он 6 мая родился.
по православному календарю 6 мая это день Георгия Победоносца. Это у нас Георгий. Но он не воевал с украинцами, понимаете, он воевал с вот этим беззаконием, с людьми, которые пришли убивать. Он говорил: мамочка, а кто тебя защитит? Кто? Кто защитит тебя и сына, меньшего брата? Поэтому, да, у нас есть знакомые, есть масса примеров, которые взяли оружие и пошли. Это и дети, и семьями ушли, и люди оставили бизнес. И, наверное, самое большое ошибочное мнение, когда считают, что здесь воюют российские войска. Ну, во-первых, русские и украинцы, как бы они ни говорили, мы все равно все славяне. И славяне по духу. То есть... Если бы воевали русские войска, через неделю уже настал бы мир. Да. И Порошенко где-нибудь воюют там дети. Сидел бы в Америке, вонючий. Нельзя так говорить. Резал бы жопу своему президенту Обаме. Нельзя такого говорить. Можно это говорить. Вот. Воюют дети. Понимаете, дети берутся за оружие. 18, 19, 20 лет. Есть... Кстати, этот президент, который Порошенко, и на него, наверное, может быть, как никто возлагала надежды. То есть Турчинов развязал войну. Я думала, что придет законный президент. Ну, пускай он не выбирался нашими регионами. Но, по крайней мере, он был выбран остальной частью Украины, как бы так это преподносилось. Я думала, что у человека хватит, ну, здравого смысла остановить вот это, то, что началось. Нельзя было допускать войны, ее нужно было останавливать. Потому что кровь льется, и она льется с двух сторон. И теряют матери с двух сторон. А терять это всегда больно. Ну,